Это правда, ну, дождь умный, умный, какой гуманный. Проливной дождь, у тебя капюшон. Проливной дождь, блин. Давай зонт хоть. Умный, гуманный. Проливной дождь не управляет. Самое то время. Все правильно. Да, я истерю, потому что меня воспитывала мама и бабушка. А мама хотела, чтобы я вырос девочкой. Чтобы девочка родилась, точнее. Я имею право истерить, нет? После такого. Гитлера воспитывали. Что? Давай зонт. Бля. Иди уже. Подожди, я забыл. Кого? Чё ты ко мне относишься? Ну потому что ты меня, потому что ты Гитлер, блин, мне страшно. Перед Гитлером все боялись. Мне страшно. Вкладывать творчество сейчас буду, за которое мне, я не знаю, та, которая перевела деньги. Ты благодаря моему творчеству. Выкладывай. Может, мне вообще не выкладывать творчество, будет нормально. Испугался, подожди. На. Да, нормально. Проливной дождь, нормально. Да, господи, как будто там не дождь, а... Сама ты там двумя зонтами ходишь. Короче, мне бесит просто это вообще. Ношение, как к скоту. Почему вот русские родители относятся там к своим детям, как к скоту? Один орёт, ты чё, ты баба там? Придурок.